Значит, в руководстве, в тренерском штабе произошли изменения. Значит, у нас команду на сегодняшний день принял старший тренер Сафин Ильин Расихович. Значит, Владислав Валерьевич остается в роли помощника тренера Отмахов. Значит, тренер Продарян Киселев Евгений Алексеевич. Доктор у нас новый, Войцехович Андрей Вячеславович. Значит, что касается массажиста и технического работника, остаются ребята те же самые люди. Ну что, хотелось бы вас поздравить с началом нового сезона. Сезон будет тяжелый, интересный. Если в том году, в меру, будем говорить, нашей занятости, мы не смогли уделить вам того достойного внимания, которые хотели уделять. В этом году мы будем пристально очень смотреть за вами, следить, уделять внимание. Для всех в главной команде будет дорога открыта, но все зависит от вас. Никаких прозябаний, никаких отговорок мы принимать не будем. Только работа, только вперед, вперед. И результат нам нужен. Результат. Мы 2 года не очень хорошо выступаем. Хотя по составу, по народу, вы нормальные, способные ребята. Вы должны двигаться вперед. То, что на груди, это главное. То, что на спине, это второстепенно. Понятно всем? Вот майка у вас есть, вот здесь вот есть эмблема. Это сегодня главное. А второе потом. Всех хотел бы поздравить с началом сезона нового. Нашей обновленной команды, да? Всех новых ребят. Все начинается с чистого листа. Мы на вас, на всех надеемся, как на бойцов, как на победителей. Как Олег Аганович сказал, отговорок никаких не будет в этом году. И, наверное, вам нужно начинать доказывать каждую тренировку, каждую игру, что вы действительно хотите играть в нашей большой семье под названием «Автомобилист». Всем вам хотел пожелать удачи и без травм. Приятно всех вас видеть, повзрослевших, возмужавших, отдохнувших, ну и с новыми силами, надеюсь, к новым победам, прежде всего над собой, над соперником. Всем хорошего сезона, успехов, поменьше травм. Ладно, ребят, давайте по работе. Действительно, очень приятно вас всех здесь видеть. Надеюсь, это будет потом взаимно, когда мы ближе познакомимся. Процесс знакомства будет долгий, видимо, потому что вас сразу всех по именам не запомнишь, так что будут какие-то неувязки, как говорится, не обижайтесь. Я говорю, познакомимся поближе, будет все, надеюсь, все хорошо. По работе. Вы слышали, задачи не озвучили, но сказали, что нужен результат. Я думаю, что попадание по итогам сезона в плей-офф — это еще не результат. Это попадание в плей-офф — это должно быть само собой разумеющееся. Поэтому мы все должны сейчас озадачиться. Мы, тренерский состав, обслуживающий персонал, вы, игроки, о том, что мы должны серьезно на предсезонке поработать, чтобы потом выдать хороший сезон. Поэтому сразу же, как говорится, чтобы потом не ругаться, как говорится, склок, чтобы не было между тренерским составом и игроками. Ребят, все, что мы требуем на тренировке, должно исполняться, скажем так, беспрекословно. Если в тренажерном зале мы просим делать 10 повторов, значит, это 10. Если мы просим вас 20 повторов, значит, должно быть 20 повторов. Больше приветствуется, меньше нет. Это я сейчас к разговору о профессионализме. Вы сюда пришли не просто воздух погонять и время провести. Вы сюда пришли, чтобы стать, я надеюсь, что все вы хотите стать хорошими хоккеистами. И играть потом высшая лига, КХЛ, НХЛ, сборная России. Как говорится, везде дороги открыты. Но чтобы туда попасть, нужна еще раз работа, работа и работа. Поэтому, ребят, сразу же предупреждаю. Считать мы, я по опыту тех лет говорю, когда работал еще в другой команде, в Талпаре. Мы, в общем-то, не стоим над душой и не считаем, сколько кто сделал. У каждого на совести. Но иногда тренер может просто взять про себя и посчитать кого-то. Ребят, если попались, это проблема.
Проблемы для вас, не для нас. Поэтому в профессиональном плане прошу еще раз очень хорошо и серьезно отнестись к нашим требованиям. Работа есть работа. И на данный момент работа это номер один. Вопросы есть по организации? И да, еще если возникают у кого-то какие-то вопросы по бытовухе, не стесняйтесь, подходите, пообщаемся, побеседуем, ну и решим все. Вопросы есть? Да, ребят, если какие-то вопросы возникают, тренерская всегда открыта. Заходите, не стесняйтесь.